Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас будет топ-5 новых бесплатных игр на Android. Ну что, мы сразу же приступаем, и перед вами пятое место, игра под названием Russia Cup 2018. Это как бы чемпионат мира по футболу, и то я могу, ребята, ошибаться, если что, поправьте в комментариях. Как бы название, да, звучит Россия, но знаете что, здесь и нету русского языка. Это как бы с одной стороны и фигово, но с одной стороны ничего страшного здесь и нет, и можно на английском языке здесь и поиграть. Не забываем, игра новая, так же, как и все остальные игры, предоставленные в этом топе. Так, вот команды, где мы, ребята, можем выбрать любую и за нее, в принципе, играть. И вот уже, в принципе, два режима игры. Это тренировка и просто как бы чемпионат. Все. Здесь и сперва идет как бы вот такой вот чат, где мы как бы сражаемся. Можем продолжить, просто пропустить, и потом уже начинаем играть. И сразу наверняка многие люди скажут, что таких много игр. Да, ребята, соглашусь, таких вот игр много, где мы должны, получается, вот так вот рисовать линию для нашего удара, для нашего мяча, чтобы наш мяч полетел туда, куда мы нарисовали. Да, соглашусь, таких много, но все же у каждого какая-то игра своя, да, с какой-то возможностью, и ладно. Так, давайте закрутим. Отличное попадание, что-то как-то это все легко выглядит. 2-0, нифига себе, это сон. А нет, нам, ребята, забили. Все, давайте нажмем на Next, продолжим, и как бы все, ребята, вот и все. Нажимаем продолжить, и теперь мы вот так бы, как бы в этом чемпионате начинаем сражаться, играть, и все просто. Но я думаю, любителям футбола эта игра понравится, ну а мы переходим на четвертое место. А на четвертом месте у нас шутер третьего лица. Так, я уже, в принципе, начал сразу играть. В главном меню у нас нету ничего интересного, поэтому я уже сразу начал играть. Ну что, вот такой вот, в принципе, шутер. Вы все видите сами. Здесь у нас также имеется выбор оружия. Конечно, небольшой выбор, но все же понять можно. Игра новая, да? У нас есть снайперка, есть пистолет и есть, получается, автомат. И также граната есть. Давайте кинем. Вот на тебе. Лови гранату. Все, произошел бабух, и мы начинаем играть. Также вот у нас имеется прицел, это лучше всего для снайперки, да? Давайте постреляем со снайперки и посмотрим, как это все выглядит. Вот. В нас ребята стреляют, бук, уничтожен. И вот здесь, ребята, еще один чувачок. Давайте, есть, отличное попадание. Двигаемся дальше, давайте переключимся на автомат и уже подвигаемся с автомата. Так, вот здесь у нас кто-то, да? Давайте кинем туда гранату, там двое. Кидай гранату! Тупишь? Или я туплю, ребята? Вот, извиняюсь, моя тупость. Так, покоцал. Так, вживую бы убило. Ну, что-то, ребята, отличное попадание пришло к нам. Да, возможно, я думаю, вам эта игра не понравится, так как, знаете, здесь ничего-то и нету. Здесь, знаете, в главном меню, где у нас там чисто вот начать игру, да, мы сразу начинаем играть, небольшой выбор оружия. Ну, на пару минут, на пару часиков, я думаю, сюда можно залипнуть, поиграть, помочить этих противников, да, и все. Но мы, ребята, переходим на второе место, глянем, что у нас там. И снова я ошибся с местами, мы перешли на третье место, а не на второе. Просто, знаете, ребята, погружаешься в игру и забываешь, ты вообще на каком месте находишься. Ну ладно, ребята, постараюсь больше не ошибаться. Ну вот третье место, игра, где мы будем управлять этой лодочкой, да, и пролетать, проезжать, проплывать различные препятствия. У нас также имеется выбор кораблей, посмотрите, здесь их очень-очень много. Это тоже круто, и у каждого как бы свой руль, да? Угу. Давайте нажмем на крестик и посмотрим, что еще имеется. Это миссии. Здесь их тоже очень много. А точнее, ребят, это как бы достижения. Если мы их выполним, то получим, получается, награду. Вот я уже одно выполнил, давайте заберем. И теперь начинаем играть. Нажимаем на эту красную кнопочку и все, начинаем играть. Вот получается наш руль. Да, чтобы управлять этим кораблем. Все выглядит очень просто, но очень увлекательно и довольно-таки очень сложно. Так. Отлично. Блин, а так вот круто играть в горизонтальном положении. А также, ребята, мы можем разбивать эти вот различные камни, блоки, да, которые мы, ребята, встретим. Просто нажимаем на них и все. Фуф. Так, на каком мы месте находимся? Третье, да? Так, значит, мы перейдем сейчас на второе место. Ну, не сейчас, конечно, еще поиграем. Собираем эти, получается, якоря, чтобы потом быть якорями, покатрями. Так,
Ну мы что, мы катимся, ребята, собираем очки. А точнее, не сами собираются, да? Я не знаю, сколько у меня здесь вообще рекорд в этой игре, но... Это, ребята, круто. Так, давайте вот так вот, отлично. Давайте, ребята, на этой картине, когда у нас все хорошо получается, мы перейдем на второе место и посмотрим, что у нас все-таки там. Первое место... Да не, шучу, я знаю, в принципе, какое сейчас место. Место у нас третье. Снова шучу. А, шутник, да? Ладно, ребята, давайте уже не об этом. Перед вами второе место. Это игра под названием «Дурак онлайн карта пирата». Она вышла недавно, сейчас еще находится в разработке и набирает популярность. Так, не забываем то, что она онлайн. Это очень круто. Это главное меню, где мы сейчас будем играть 1 на 1, либо же 2 на 2. Вот, посмотрите, тихая гавань, там пираты и все прочее. Вот наши персонажи, точнее наш персонаж, где мы, ребята, можем его как бы придевать. Шляпы, прически, лицо, усы, одежда, прочее, это все вы можете, ребята, делать. Вот, различные коллекции, это... Сейчас я вам покажу, что это вообще такое. Вот, посмотрите. Магазинчик. Здесь у нас что, это... Типа, что, чё-чё-чё, кланы какие-то? Нет, в казни. Что это? Что-то насчет кланов, да? То я могу ошибаться. Что-то я, ребята, там... Не смотрел. Ладно, давайте нажмем 1-1 и уже будем играть. Я думаю, вы все знаете эту игру в карты дурак. Блин, все наверняка знают. Но здесь и сейчас мы будем играть против девушки. Но у нее много этих крючков. Типа она такая крутая. А я не крутой, у меня 0 крючков, я еще никого не победил. Красивая графика, просто супер. Огромный, наверное, плюс это то, что здесь онлайн. Ну ладно. Так, ну чё, она пошла, 6 крести, я тебе сейчас дам 6 туз. Блин, какой туз, ё-моё, бум. Я да блин, надо за время, получается, защищаться. Так, она кидает, да, так, давайте так сделаем. Так, а чё у нас козырь? Козырь у нас, получается, сердечки. Нормальный я игрок в карты, да? Так, бита, да, теперь я хожу. А, нажимаем бита. Бита, ё-моё. Она сейчас думает, что там за школьник сидит, ё-моё, как ты играть не можешь? А чё, уже все что ли? Я не понял. Ребят, повторим. Я... Стоп. Сейчас все будет. Просто, знаете, как-то в игре это одно, а в реальности игра это совсем другое. Понимаете? Сейчас все будет. Просто девушка-то реальная игрокина. Нападай, я нападаю, у нас козырь получается, да, бубень, да? Бубень, это вроде бубень. Ладно, давайте я вам покажу, ребята, что мы еще можем делать. Мы можем писать различные, так сказать, диалоги, делать так. Например, там типа спасибо, нападай, привет, короче, знакомиться можно, да? Но сейчас мы уже второй раз проиграли, так как время проходит и мы не выполняем никаких действий. Ну, сейчас попробую за несколько секунд вам это все показать. Первое, вы увидели, это, ребята, различные текста. Различные вот смайлики мы можем их использовать. Вот, еще, короче. Ну, ладно, давайте уже, в принципе, нападать. Ой. Так, на. Я успел, ребята, я не знаю, что я сделал. Я просто, чтобы время не кончилось, я быстро это все взял. Он, короче, сейчас по-любому заберет этот козырь, потому что я не заметил, что я сделал. Так, давайте пойдем с шестерочки. В принципе, как и всегда. Отлично, девяточка. У меня и семерочка. Защищайся. Сейчас я защищаюсь. Во, отлично, вот так вот. Суперски, прям под мазь мне кино. Красавчик, братуха. Так, бита, да? Ага. Воу! 3 козыря и крутых, ребята, козыря. Это классно. Но у меня карты нифиговенькие. Посмотрите, ребята, на мои карты. Неплохо, да? Мне тоже так кажется. Так. Валет, моим, дай заберу, нет, не забрать нельзя, да, я бы забрал бы такие картишки, во, у нас еще один валет, что-то он не вовремя выпал, так, во, почему не вовремя, прям как точно, так, ну что, я вообще полностью погрузился в эту игру, даже забыл, что я снимаю топ, нам ведь уже пора переходить на первое место, и сейчас, как только мы, давайте я ему король дам, вот туз дам, пусть забирает туз, сейчас я ему король дам. И посмотрим, что он сделает. Я думаю, что он отобьет. Или возьмет. Я не знаю. Просто, чтобы, знаете, концовка у нас была неплохая. Бери, говорю. Нападай на те короли, и мы переходим на первое место.
Ну вот, ребята, и первое место — это паркур с мячиком. Давайте выберем уровень и сейчас уже будем играть. Так, здесь довольно-таки тоже очень много уровней, но большинство, ребята, уровней будет добавляться в следующих обновлениях. Ну что, будем ждать, давайте выберем первый уровень и уже будем играть. Ну, здесь крутая физика, крутая графика, ну, давайте уже, в принципе, разбираться. Вот джойстик для управления нашим мячиком, этим шариком, да? И вот так вот мы управляем им, получается, пока что все легко, да? Ну, сейчас посмотрим, что будет дальше. Ох, стоп, не разгоняемся слишком сильно. Так, здесь у нас, ребята, такой трамплинчик, давайте ускоримся, чтобы взлететь. Так, отлично, пока что все суперски, главное не упасть и... Так, чтобы, получается, ребята, прыгать, мы нажимаем, получается, просто-напросто на экран. Тем самым мы производим, как бы, прыжок, вот, посмотрите. Ага, мы уже понимаем, да, почему игра называется «Паркур с мячиком». Угу, я все понял, но только ничего не понял. Почему она такая сложненькая? Да нет, ребята, по идее она не такая уж и сложная, она легкая, просто нужно привыкнуть к этому управлению, понять, как этот мячик, в принципе, крутится, да, так, ну я думаю, вы понимаете, о чем я, да? Но пока мы, ребята, в принципе, катимся, я хочу сказать вам спасибо за то, что вы посмотрели этот топ, я надеюсь, что вам игры понравились. Все ссылки, конечно, будут в описании, не забывайте, что все игры, предоставленные в этом топе, они новые, не все бесплатные. И, если что, можете также поставить лайк, подписаться на канал, написать крутой комментарий, это чисто по желанию, если вы хотите от меня сердечко. Так, ну что, что-то у меня не получается, я постоянно проигрываю здесь, но у нас есть, ребята, и вторая попытка. Здесь мы не разгоняемся, здесь мы не прыгаем, мы просто-напросто потихонечку катимся, катимся, катимся. Сейчас мы будем поворачивать, так, так, я поверну. Держимся, 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 держимся. Отлично. Спасибо тебе, камушек. Все, вот и все, вот и финиш. Да, я прошел первый уровень. Ура! 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 Просто громкие ура! Второй уровень. Давайте просто нажмем и посмотрим, что у нас здесь. Вау! Все труднее и труднее. Посмотрите, теперь там уже какая-то штуковина двигается. Теперь нам будет сложнее пройти там, да? Давайте посмотрим. Не забываем, ребята, нажимать, чтобы прыгать. Так, отлично. А что здесь? Почти долетел, да? Ну ладно, ребята, это все. И всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.